Влад Папшев, игрок команды «Скиф». Вы сегодня проиграли с счетом 6-0. Комментарии по поводу игры? Комментарии. Ну, что сказать, проиграли по делу. Донбасс достаточно крепкая команда, очень сыгранная. Вот, что, собственно, сегодня и вылилось в забитые их голы. Вот, у нас не было, по сути, центрального полузащитника, скажем так, да, это тот человек, который отвечает за оборону. Вот, поэтому, ну, большинство голов у нас именно, скажем так, мы получили, когда бросали игру в центре и не доигрывали в свои моменты. То есть какие-то были остановки ежесекундные, и за что мы расплачивались. Вот, собственно, как-то так. А когда заявлялись на этот турнир, какая у вас задача была первоначально? Ну, конечно же, стояли наивысшие задачи, и, скажем так, за два тура до этого мы были на первом месте, до двух последних игр. Вот, собственно, предпоследняя игра, она, скажем так, была тоже непоказательной нашей, мы проиграли 0-1, вот, что, собственно, начало, скажем так, да, портить наши шансы на выход в тройку и, скажем так, какое-то возможное чемпионство. Вот, сегодня проиграли по делу, вот, такая вот история.